Индия. Третье место. Две игрушки средняя категория. Еще раз, кукла-кружевница. Ралькова Анна. Яна. Это другой автор. И Рязанова Анна. Третье место в средней категории куклы и игрушки. А вот без названия. Кукла-игрушки старшая категория. Первое место. Лыкушева Алина Андреевна. Герои сказки Чиполлино. Второе место. Кукла-игрушки старшая категория. Качан Анна Игоревна. Бабочка Ника. Конкурсная работа «Нежность». Первое место. Кириченко Екатерина Сергеевна. Все сначала. Ой. Возрастная категория младшая. Номинация «Природные материалы». Первое место. Кириченко Екатерина Сергеевна. Конкурсная работа «Нежность». Поздравляю. Ребят, можно повернуть все? Природные материалы. Категория младшая. Второе место. Солнце. Вероника Дмитриевна. Дача ежика. Первое место. Средней категории. Природные материалы. Архипова Екатерина Сергеевна. Панно. Цветы. Первое место. Слезкина Кристина Дмитриевна. Конкурсная работа. Шкатулка. Средняя категория. Второе место. В номинации «Природные материалы» Просветова Анастасия Андреевна, кукла «Весняшка».